Делаем вот что. Мы вложим деньги изнутри. Каждый год банк принимает на стажировку студентов. Я изучу финансы и сдам экзамен с отличием. Я буду задерживаться на работе, работать по выходным и стану сначала помощником директора, потом директором, потом руководителем региональной сети. Мне лишь нужно ежедневно вкладывать по доллару на депозит, как оплата расчетного обслуживания. Так мы вернем все деньги. Сумма в $1 – ежедневный перевод. Отследить практически невозможно. Постой, $2 миллиона по доллару в день? Тебе придется работать примерно... 2 миллиона дней? Ну да.